Terra Mobil дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Первым заместителем главы администрации Нефтекамска назначен Габдуллин Забир Тагирьянович. Ранее он являлся заместителем главы по жизнеобеспечению. Теперь список его обязанностей стал намного шире. Помимо благоустройства, в его ведомстве окажутся кадровые вопросы и взаимодействие с различными организациями и структурами. Напомним, что ему 42 года. Начинал свою карьеру Забир Тагирьянович в АО «Колтасинская сельхозтехника». Затем трудился в Нефтекамском водоканале управления жилищного хозяйства. В последние годы продвигался по карьерной лестнице администрации. Второе назначение коснулось должности заместителя главы Нефтекамска по социальным вопросам. Этот пост заняла Ахмадишина Ирина Сафуановна. Ранее она возглавляла управление культуры Нефтекамска и руководила социально-гуманитарным отделом администрации.